Всем привет, народ! Сегодня у меня интересная посылка, но перед распаковкой хотел кое-какие аспекты затронуть. Что-то последнее время, видать, или в школе у нас каникулы начались, и у меня на канале вал каких-то таких комментариев. Например, Алитраст. Вот зачем на всех каналах? Меня лично не интересует, где там, на каком канале, что там. Меня попросили, ребята, каждый раз спрашиваю, там можно купить, там нельзя купить, там что за продавец. Вот вам реальное приложение, ставьте. И теперь будете знать, можно, нельзя, или уже будете думать своей головой, что можно, что нельзя. Также еще комментарии типа, вот ты там что-то сказал, а это не так, или не то мы хотим слышать от тебя. Мы твои подписчики, мы сила, мы... Ребят, я для вас могу сделать так. Я выделю банковский счет, вам номер счета скажу, перечисляйте деньги, к переводам пишите, там, где я что должен сказать по-вашему правильно и без проблем. А так как я работаю на канале, зарабатываю деньги, получаю, да, от партнерки, но я и трачу их в товары, которые хочу я сделать обзор и... Короче, ладно, не будем портить настроение сегодня, солнечное, солнце заходит, а мне нужно кое-что протестировать. Давайте-ка смотреть. Пришла вот такая вот длинная посылка, видите, уже даже вот здесь вот закосячило, и это очень плохо, в том плане, что плохо для того, что здесь пришло. А пришла здесь у нас, из названия, в принципе, уже знаете, солнечная панель, что скрывать. Вот, сейчас будем смотреть, как у нас Почта России... довезла, или Почта Китая не поломала ли, потому что тут я смотрю, только запаковано в пупырышку и в пакет, и все, больше ни во что не запаковано. Это очень плохо, могли где-нибудь уголочек стукнуть и солнечная панель перестала работать. Так, открываем. Купил я ее по распродаже, по акции, решил кое-что замутить. За $17, кажется, купил. Так, вот такая у нас панелька. Это у нас кабель. Кабель прям хороший такой сделан. Вот здесь вот, как видите, у нас герметик. Классно. Я думал, что придется герметизировать самому, а тут все нормально. То есть, чтобы влага не попала. И здесь у нас резистор. Резистор шотки или шортки, не помню, как называется. Также панель у нас... полностью герметизированная, то есть можно ложить на улице, покласть такую панель. Это тоже к разряду кое-каких советчиков. Я хорошо отношусь к комментариям. Когда критики хорошо отношусь, когда она нормальная, прям, ну, по делу. А когда вот человек зашел на канал... решил оставить какой-то след своей в истории и из балды раз, ну это уже вот несерьезно. Так, давайте-ка попробуем. Сейчас у меня солнышко уже зашло за деревья. Конечно нет, но все равно, может быть, что-то мы с этой панельки сейчас попробуем выжить. Так, кабель. Кабель нам нужно здесь маленечко зачистить. Скажу, что панелек будет у меня несколько. Наращу и скажу, что идет кое-какая еще у меня штука для солнечных панелей. Так что. Да, по характеристикам панели якобы вы... Кстати, а почему здесь нету EcoWorld.com? Это сайт, не сайт, а интернет-магазин на AliExpress. По сути, они должны были написать, тут бумажка, как правило, висит, какие характеристики панель у нас выдает, а почему-то нету. Блин, я не помню, как у нас мерить. Давайте что-нибудь попробуем. Не обязательно, конечно, у меня что-то да и получится. Панель может сейчас вообще ничего не выдавать. Так, может быть, я неправильно... Ага, я неправильно, скорее всего, и взял-то. Не,
нет, видать, солнца нету фактически, и панель у нас ничего и не выдает. Может быть, и я неправильно это дело все. А нет, что-то идет. Что-то у нас идет. О, смотрите. Вольты-то идут у нас. 14,5 вольт. О! То есть солнца нету фактически. Так-с. Ну, давайте-ка вам покажу. Фактически солнца нету, а панель у нас электричество, энергию вырабатывает. Так что будем тестировать. Конечно, еще желательно где-нибудь в солнечную летнюю погоду. Может быть, я сделаю вставочку, но не обещаю. Вот такая вот панелька. Вырабатывает она, кажется, 10-18 вольт, 10 ампер. То есть можно повесить на нее какой-нибудь там планшет будет подзаряжаться или пауэрбанк через контроллер заряда. Ну и будет у вас электричество. Для чего, я надеюсь, вам покажу с кое-какими тестами. И, думаю, оцените. Вот такая вот история сегодня. Драматическая. Много чего я сказал, много чего пришлось сказать. Но, народ, я делаю. Спасибо, говорят, за мою работу очень мало. Так что вот так вот. Ладно, с вами был Сергей, подписывайтесь на мой видеоканал, оставайтесь со мной, пишите комментарии, пишите критику. Читаю, честно, каждый комментарий читаю, не баню, баню только за мат, откровенная неприязнь или что-то такое. А за комментарии я еще пока что не баню. С вами же был Сергей, пока. Ну вот, потестировал я эту панель, вот снял пленочку сверху. А пока вот на улице была теплая погода, еле-еле. О, кстати, только сейчас увидел, что вот этот уголок, который, видать, облез тогда, ударили, и вот уголок ударили. И прям видно, что здесь маленько слезло. Так вот, потестировал я эту панельку. Так и не понял я, то ли монокристалл, то ли поликристалл. Вот это вот видно, что вот видно как раз вот отличается. Вот это вот поликристалл якобы. А вот монокристалл, это вот, который вот не меняет цвет. Потестировал я эту панельку, выдала она в солнечную погоду, прям в хорошую солнечную погоду, в 21 вольт, да, и по амперам мало, 250 миллиампер. Хотя на сайте производителя указано, что, на сайте продавца указано, что она выдает якобы 500 миллиампер. Ну вот, да, 500 миллиампер. Ну вот такая вот дело. Вот такие вот дела. Но все равно я подцепил через него USB-доктор, и через USB-доктор начал заряжать Powerbank. Все, зарядка пошла, но основные тесты будут у нас, когда придет контроллер заряда. А пока, в принципе, я доволен, хотя по амперам маловато, если честно. Понравились мои видео? Нажми, пожалуйста, кнопочку «Поделиться». Она находится вот здесь вот под видео. Всего лишь нажать на «Поделиться» и выбрать одну из социальных сетей, которые используешь ты. Если хочешь, можешь поделиться во всех социальных сетях. Это будет даже плюс. Это позволит моему каналу развиваться и искать новых подписчиков. Спасибо тебе. Пока.